будет мой новый другое. FPS, и смотрите, как у меня теперь летит просто в голову. Пролетело в голову. Спасибо мастеру за то, что всего за 50 тысяч он мне все наладил. Жарим. Жарим картошку. Иди. Собака? Я кто там? Да, пищель. Прыгай. Пунь. Атака. Ночь, ожидание, омут, боль. Словно я. Ничего не. О боже, что это? О боже мой. Я ненавижу вновь. Слезы нет. О, я увидела Градского, и мне стало грустно. А, да? Да. Кровь, я кусаю губы, все, что мне сделано. Я с тобою рядом ночь. Что настало, я смотрю. А заката того, что я тебя. Еще должен так встать. Встаем. Да, все, садись. Похлопали. Вот она. It's beginning to look a lot like. А что он там? Ну прям трость новогоднюю. Только там не трость, там просто палочка уже, видимо, выручалочка. Решил такой дровишек, дровосек красивенько все сделать. Тихо. А, ладно, это фигня еще. А что там случилось, я не поняла. Застрял топорик в этом. Топорище. Отломался. Топорище отломалось от металлической части. А я предполагал, что эта штука отлетит и прямо в телевизор. Вот это было бы красиво. Или прям в камин. Да. Кот такой. Я сломался. Меня сломали. Что происходит? Что это было? Хозяин. Ой, это телевизор. Ой, не надо. Тоже в ушу играет, как мормок, да? Смотри, как елка светится красиво. Ёлка, не надо! Ого. Это что такое? Геймерское кресло, походу, крутое. Ну, с 98. Оно того заслуживает. А, сапёр, да. True геймеры. Я как сапёра поиграю. Volkswagen. Das Auto. Эликоптерхи. Мясо улетело. Как грустно. А походу в Японии. У них же там есть, типа, как называется, якинику или что. Короче, рестораны. У меня уже слюной захлебывалось. Там, кстати, закусона. Блин, не слюной захлебывалось. Подожди. Давай короче, мясо. Не на... Фу, так мне хватит. Мне своего, давай я тебе наплюю. Короче, приносят мясо, и ты сам обжариваешь там на плитке. Все очень прикольно выглядит. Хот-доги. Амейд. А что он там пытался накачать-то? Ну, типа там внутри. А, он в другую сторону шланг засунул? Ширинка. Я не заметила. Кто это? Фотографии. Это стрит-фотограф. Что ты меня снимаешь? Иди сюда. Я думал, сова. Смотри, ну все, минус камера. Блин же. Кадр красивый. Демон. А, пытается схватить, лень. Почти. Два. Коротко о том, как фотографируется твой батя. Он считает себя не фотогеничным, поэтому просит его не фоткать. Ну и после долгих уговоров он соглашается. Ладно, и давай. Делает фотографии в одной и той же позе. Ну а любимая поза в фотографиях — это когда банка в подмышках. Или просто большой палец вверх. Ну а потом батя входит во вкус и начинает дурачиться. Он высовывает язык, показывает рожки и зовет окружающих сфоткаться с ним. Алиэкспрессная елочка по дороге потерялась. Просто кто-то стырил себе на елку. Красота. Красотища. Тебе показать свою стяжку. Покажи. Шикарно. Пупсик, я еще и так могу. Ага. А, я поняла, что за шоу, ясно. Я по этой девушке сразу понимаю, что это за шоу. Сначала я не поняла, а теперь понятно все стало. Это же пацанки, это же легенда. Мне кажется, мы не смотрели. Мы говорим, что есть пацанок, но мы боимся связываться мы с каналом. Мы смотрели обзор, смешно. Блин, было очень смешно. Мне кажется, шоу бы нам понравилось с тобой, мы поржали да, бы с тобой. Да, ой, мы бы классный обзор сделали. Но, походу, нельзя из-за АПшек. Да. Он ко мне лез, он ко мне домогался. Да ладно! Не по-христиански. Ты видел, кого подняли?
What you doing? Пшикалка, тихо. Я ничего не делал. Гадкий какой, смотри, такой идиот. Дерется. Тихо, хочу пшикалку. Что он делает? Что он делает? Канистра или что это? Да, подправляет, видишь, добавляет канистра. Ой, ой, ай! А там ветер такой был, получается, жесткий. Давай. Да хватит же их вот этот дед. А, походу, он немного другой тренировал. Не то. Не то. Start the house. Корпоративы. Корпоративы все готовы. Я поняла. Ой. За линией. Ой, за линией. Нет, Витя, не за линией. Вот он, мячик здесь. Новая версия. Слушай, жестко. Я всегда вот боялась раскладушек. Кстати, никогда на них не спала. Вот мне кажется, такое могло произойти вполне себе. Да, я спал. Так, и так происходило? Примерно, да, провалился. Прекрасно. Ой, чиним, это... чиним, ай, чиним. Да, у, починили. Ой, нет. Все. А это не куча, это земля, походу. Куча листьев, как прекрасно. Сидушка. Типа... О, Сергей, какой кайфушек. Это сова? Да, это сова. Вот. Явно неудачный Давай. День. Ой, все, минус рыбка. Это было неожиданно. Фоник. Утоплюсь. Далее. Поели. Халява? Халява? Халява, приди. Да. А что это? А, это пародия оригинала. А, это я знаю, что у меня тоже была такая фигня в школе. Ты не понял? Это, короче, руководитель хора. Учитель показывает, как надо... Да, да, руководитель хора. Ты, короче, куда смотр, и она... Я вот так... Ротяни! Да, они вот такое вот активно это делают, да-да-да. Знаешь, как она одухотворила? Грустно. Отличный музыкант. Ты смотри! И что, кидают же мелочь? За оригинальность. Можно было еще в расческу, знаешь, как микрофон. Да, да, тоже четко. Hello. Welcome to Cooking with Lance. Today? Может, не надо? Мяско. Порк. Минус порк. Че, что-то не пойдет не по плану, да? Не-не, они ее распаковывают тихо. Значит, резко дернет. Нет. Ой. Кто это вообще? Что за. Что? Зачем? А че он? А больше нельзя было сделать. Надо было еще длиннее сделать, да, действительно. Это так логично. Сейчас там напишет коммент. Вы что, дебили? Зачем длиннее? Он и так длинный. Вообще, вы в школе учились вообще? Вы же ничего не понимаете. Вот вы тупые. Нападение. Ой. Перевесили мозги. Тап-тарап. Дай бумажку. Кусь. Она в глаза попала, да? Паркур! Что это с ним? Бисюлька. Бисюлька. Бисечка. Котик. Тихо. Котик не узнает. Котик не узнает. Кто это? Что это? Бедный.
Спасибо, что убил этих отвратительных пауков. Не знаю, что бы я делал, если бы они навредили моим щенятам. Я их так люблю. Ого. Снежкомет. Снежкомет? Мне кажется, ничего не получится. Нифига себе. Да, реально. Офигеть. И что, получится? Серьезно? Ничего себе. И скидаешь просто? Руками? Не, сюда, глянь, ничего себе. Ух ты. Нифига себе. Блин, ну я так и знал, все тогда пойдет не так. Фигня. О, снова распаковка елки. Блин, мы уже видели, это плохо заканчивается. Блин. А что это такое еще? Они, короче, заказывают люди елку. Им, видимо, доставка привозит эти елки. И ветки отдельно, а елка отдельно получается. У них так выходит. Блин, как грусть. Вообще грусть, слушай. Еще на суперклей это все клеить, ой, или что? Смотри, все отвалилось. Все отвалилось. Капец. Не надо, аккуратно. Looking good, аккуратно. Да нет, ну, горячо, давай, не надо. Все вороняй. Ну не надо. Ну зачем печеньки? Две осталось. Ну все, теперь тебе придется покупать телефон, раз ты его испугал. Жесть. Чего? Не он же нежно скинул. Так это него же он уронил. Не он же уронил. Еще и в дырочку прям иди. Блин, жесть. Жестко. В камеру, да? Давай сюда, в камеру, в камеру. О, тайна Коко. Тайны какие? Вон он плачет, сидит. Конечно, что тайна Коко. Я тоже плачу с тайной Коко. А его не пускают в ресторан? А он сам не зашел. Нет, его не пускают. Грузин, спрашиваю, грузин, ты по ночам свою жену будешь? Буду. О, молодец. Все равно смешно. Собака вообще не поняла, что произошло. Хотела словить, да? Да. В этом взгляде написано просто все. It was at this moment that he knew he fucked up. Оп, подарочек от Тронца. Кто это? Я могла же что угодно, но только не этого. Просто съем подарочек. А интересно, где, в каком торговом центре это снято? Подожди. Я думаю, не Беларусь. Ты думаешь себе? Что бы? Ой, на чили. Свобода так близко и так далеко. О. Что ты сделал? Ты все разбил. А он реально разбился, походу. Ой, я так... А он реально разбился. Ой-ой-ой, так долго, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да ладно, да ладно. Да ладно. Да ладно, ты серьезно? Да ладно. Да не. Ну не, уже перебор. Да, уже беговая дорожка. Слушай, классно, да. Классно, когда знаешь, у других людей тоже такое прикольное настроение и тоже флексит. Четко. Слушай, он танцует лучше, чем они все. Посмотри, он идеально, он знает движение просто. Смотри. А так вообще можно мыть? Слушай, это жесть. Нам говорили, что можно почему-то. Да ладно, серьезно? Я думаю, надо разбирать, прежде чем мыть так. А что это мы режем? Я думаю, залупа. Я тоже такой... не поняла. Я вот такой... Ты думал, послышалось мне что-то? Нет, не послышалось, походу. Что там? А, все меньше и меньше, глянь. Да. Налила. Жиза. Да. Жиза. Ты наливаешь полный стакан. Да, почему? Как оно работает? Как-то магия какая-то. Не Хогвартса.
Как снайдится. Ой, прикольно. Ой. Все, ребята, закипела вода. Лопнет, лопнет, лопнет стаканчик. Да нет, должно, да, да, серьезно? Лопнет, лопнет, он же течет, уже вижу. Блин, треснутый бокал. Потому что кипяточек налил в холодную. Потому что кружка из спрайса. Секрясочка лопнула. Тихо, надоел. Ой, пойдет. Какая ровная стена. И так сойдет. Давай, продолжаем. Ай, ляп. Ай, ну ладно, это такой дизайн. Красота, да, вы ничего не понимаете. Это дизайн. Слушай, а страшно реально. Вот тебе построят такие вот прямо руки, да, люди. Слушай, страшно. И потом слушай, страшно реально. Смотри, та стена ж кривенькая вся. Не мерят. Ну давай. Блин, тоже так бывает. Берешь, берешь, но все не вот. А еще ж холодная. Сверху так возьми. Давай, давай, давай. Устроился на работу, что ли? Вот это вот, как они там, разносчик еды, вот это как доставка. Спрашивает, кто это? Она говорит, разносчик еды. Знаешь, что это? Ну, это же с команды, типа Нави или кто-то еще. Ну, явно какой-то киберспортсмен. Да. Ну, я вижу по костюмам и по фоне, вон там Hyper PC реклама, господи. Да. Ну, явно не доставщик. А, там написано Нави. Курьер, да, вот. Курьер, да. Это он орет, короче, вам там что-то зарплату получил. Зарплату повысили. Ой, тебе бы знать, насколько повысили его зарплату-то. Это тушку уже 6 тебе тут набил. Ну, бабки заработал, понятно, на курьерской доставке. Тушки набил себе. На курьерской доставке. Да не, она мне прикалывается. А может и нет. А может и нет. Тоже что-то лопнет, да? Да, должно. Блин, кстати, я видела вот такие штуки, я тоже хотела купить себе банку с краником. Он выглядит клево, ты можешь всякий мортик заливать, и чай открывать краник. В итоге, смотри, вот отсюда выливается все, и на днище остается водичка. Там не должно быть, там должен быть себе всякие травушки и там лимончик, нет, и оно настаивается. Нет, краник должен быть ниже, на самом дне. Да, так я такие необычно сделано. Это неправильный самоварочек. Сейчас он лопнет вообще. Вот лопнул. Да, уже видно. Кипяточек в баночку холодную. До свидания. Кайфуши. Чеши. О, сейчас отъедет. Давай, давай. Сейчас умру. Давай. Сейчас просто умру. Он с удовольствием. Он такой миленький. Вырвелся. Это чисто ты, когда тебе уши чешут. Просто умер. Блин, он классный, такой милый мопсик. Скажем, муж наебён, вот никак не могу... Там все еще реакция. Реакция. Наебулина. Набиулина. А, Набиулина. Наебулин. Да, да. Просто сегодня явно не мой день. Что там? Ты так снова... Из Ислам, который заебался. Накакал? Я тебя маску проебал. Маску? Где маска? Где маска? Где маска? Где маска? Где маска? Это так с очками, мне кажется, ну, работает, с телефоном. Маска, где? А, маска? Да, ё-моё, вот я какой. Слишком низкая посадка, да? Да. Фрея Никол! Полюся. Всё. Есть небо. Да. Видимо, Боже, можно. Помощь. Омикрон, извини, уйди. Извини, пупик заболел. Господи мой. Майкл Джексон. Да. Ой. Романтик не прошел. Сейчас он даст. Да. Хорошо так. Видишь? Я кладу и ухожу. До свидания. Ничего не было. Ничего. Просто ля-ля-ля. Я просто скакал, да? Ту-ту. Ту-ту. We will rock you. Ты понимаешь, что он делает? Маэстро. Я не знаю, что он делает. Соснешь? Нет, соснешь? Нет. Лизнешь? Соснешь? Нет. Нет. Соснешь? Нет. Соснешь? Нет. Улыбается? Сосни. Ну, сосни. 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 Не сосни. Нет. Как его расплющило.
смаем. Сейчас чем-то упадет, чем-то стукнется. Ой, 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 е. Блин. Это как реклама, знаешь, гончарный круг? Да, да, лю-лю-лю-лю-лю. Ах, это романтика настройки. Знаешь, теперь все жены, у которых мужья-строители напряглись немного. Это после 6-го сезона Жожи. А, после Жожи? Да. Хороший сезон был, Жожи. Что там? Тяночка. Это анимешники качаются. What if? Пацану нужна помощь, иначе вырастет. Гангстер. Лезь, 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 тихо. Пацан, пиццу ворует, я вижу. Гангстер. Все, все. Тихонечко так. Как будто ни в чем не бывало. Ой, куда? Тут не трусы. Через верх. Собаки. Укончил. И пошел. Как ни в чем не бывало. И сейчас я с таким... Хватит телек смотреть. Иди работай. Иди работай. Кому-то достались много денег. Кто вообще до этого додумался? Из коробки был шарик, к которому привязаны были бабки. И он улетел. Крыши и не нет. Обещал крыши, вернуться. Крыши нет. Меня шея защемила. Ой-ой. Как будто в космосе или куда тут шарики долетают? В Вороне какой-нибудь будет супер подарочек. Капец. Сбивайте как-нибудь, я не знаю, с лука стреляйте. Блин, такая жиза, ты вот эту пленку режешь, режешь, все нормально, и в самом конце что-нибудь так вот вечно, вот так вот, так вот. Скотчем так бывает. И скотчем часто так. Упс, упс. Парни бачили. Это очень жестоко. Знаете, мне поэтому не нравятся фитнес-клубы, у которых панорамные окна, они на первом этаже. Когда это какая-нибудь кафешка, либо ресторан, и там сидят люди, так застегнут. Да, и ты такой так вот ручкой делаешь, как в клипе «Лали Бомб». Я же говорю, там где мальчик в траву лизал. «Лали Бомб». «Лали-лали-лали». Такой, дайте мне. Давай. Да. Ты крыса, а? Митчеллс. Они трубу пробили, что ли? Потопус. Как готовить итальянскую пиццу? Боевой какой. Какой уличный хулиган. Все, ушел. Бедненький. Бубенцы звенели, слышишь как? So satisfying, как говорится. Силиконус. Here he comes. Пумба. Oh my goodness, and he's huge. Пумба. Hello, boy. Очень опасно, на самом деле. Hello. Wonder if we can pet him. Видишь, как? Туда? Туда надо, да? Давай туда поедем, вообще проблем нету. Ну что, застрянете? Нет, там др-др-др-др. Камера не передает всего этого. Давай развернемся, пожалуйста. Ты застрянут. Сейчас застрянут. А обратно потом. Вдруг там я нет застрян. Прямо дороги. Я застрян. Нет прямо дороги. Кто ты, воин? Ахиллес. Ахиллес. Давай, Ахиллес идет. Смотри, у него хорошая туса, четко. Я помню это имя. Это поезд. А, это... Четко. А так хотел красиво сделать. Ментос. А пробовал когда-нибудь все-таки делать такую штуку с ментосом и колой? Нет, не жалко. Мне жалко ментоса, жалко колы. Да, лучше раз засуну. Кого? Ментос и кола? Да. А если во рту попробовать так смешать? Во рту? Да. В принципе, можно было во рту. Мне кажется, там, как говорится, разорвет лицо. На-на-на-на. Может, не надо? Это пяти для фотографии. По пояс. Нори. Как она ест с этими железками? Вкусно покушала, теперь надо и ручки помыть.
Вот по поводу железок, если что. Пацаны! Давай. Кусайтесь. Пацаны! Пацаны! Бросили! Ой, сбросили! Какой ужас! У тебя дружба! Приуныл! Пацаны! Пацаны! Look at this. Это камин... I know it! Нихуя-хуя! Колокола? Так, думаешь, все работает? Стоит проявлено. Ну, он просто смотрит, чтобы хорошо он контролирует. Он босс. Тихо. Так, хорошо, качественная горка есть, нет. Так. Так, все, ладно, молодцы, хватит, все. Работаем. То есть лопаты сразу скидывать нельзя было, да? Джинь. Все, снова на кабойте. Четко. Нормально. Минус 45 лет. No. Что делает? Я видела это в Инстаграме, она такая классная. А там дальше еще орала. А ее держали, она такая... Так оторвала, блин, такая прикольная. Свины классные, слушай. Да, мне так нравится, как они пищат. Прикольные. Но она тут на панике была. Боже мой. А то он топочет. Классно, что-то мягонько было. Мягонько было. Что там? Сервировка. Вот так вот тебе помешаем. Весь рисунок красивый. А он только старался делал. Делал. И вот сюда вам вот так вот. Поняли? Вот, все, вот так вот. Блин, занесите этого человека в черный список и не пускайте больше. Посмотри на его глаза грустные. Он реально же красиво делал латте. Решил, как это называется штука. Лопнет что-то, тоже? Что-нибудь лопнет? Нет, ой, классно, красиво выглядит. Ой. Чисто я наливаю, да. О, кстати, бывает такое. Особенно, когда воду отключают. Есть как-то вот так вот. Видно, что о детях России пи***ц заботится. Ну вот просто, ну как здесь накалиться вообще можно? Ну вот казалось бы, да? Вот видно, что здесь есть определенный срез, да? Сука. Блять, вы... Ладно. Пацан негодуя. Ой, а... Я помню. Да, и это было все равно грустно. Да. Да. А еще все это сняли. Блин, да, ну да, как да, так? Да. Вот. Вы коровка, вы дом, я буду защищать ценой своей жизни. В какой стране основана команда Team Liquid? Саш, в Америке. У меня есть две версии, ты меня бахни. Давай, Швейцария, Голландия. Три. Все? Какая страна? Давай. Это Нидерланды. Ты тупой урод! Голландия, это есть Нидерланды. Ну! Потому что нужно назвать, как написано на карте, видимо. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.